Доброго всем, мэры и господа, с вами снова Римас, мы продолжаем прохождение City Skylines. Ну что ж, просто великолепный у нас город, хотя многие пишут: «О, Римас, меня больно смотреть, как ты строишь». Нормально строю я город, ребята, нормально все. Что у нас тут? Политику, недостаточно покупателей товаров, да? Слушайте, мы же вам построили все это дело. Ну что ж, ладно, давайте тогда политику здесь поменяем немного. Мы же здесь вроде бы удвоили свои ресурсы, да? Да, это так. Поэтому убираем эту галочку. Можем, в принципе... Ладно, пока что не будем этим заниматься. Короче говоря, мы с вами построили в прошлой серии наконец-то железнодорожную станцию, которая будет нам помогать в импорте, в экспорте разных товаров. Также у нас здесь есть огромные пробки. Это из-за того, что... Ну как огромные? Таких прям жестких пробок я, в принципе, не вижу. Ну, так или иначе, нам надо сделать, знаете что? Нам надо сделать небольшую развязку. Прямо вот отсюда, да? Так, а что это у нас такое? Ага, лесопильный завод. Так, ладно. Сейчас ремасенок сделает, все будет чики-поки. Это у нас, мне кажется, слишком большая дорога получилась. А ну-ка давайте вот эту дорогу, наверное, сделаем. Ребят, нам придется снести вот эту вот лесопилку. Блин, хотя давайте вот отсюда вот сделаем. Не-не, отсюда не пойдет. Отсюда уже не пойдет. Я хочу вывести дорогу сюда прям. О, смотрите, ребят, здесь у нас протокольные рожи. Так, нам надо как-то вывести дорогу. Либо уйти под землю, что ли. Под землю тоже не получается уйти. Может, над землей получится? Жесяк, я хочу просто прямую дорогу прям вывести, знаете куда? Вот прям в эту железнодорожную станцию. Как это можно сделать? Если честно, я так и не понял. Так. Рива, что ты делаешь? Я делаю лучше. Так, подождите, стоп. Не, реально, я просто хочу развязку сделать. В принципе, вот сюда сделать. Но у нас почему-то не получается это дело реализовать. У нас здесь слишком такой большой склон. Придется поработать с рельефами, наверное, да? Ладно, давайте поработаем. Смещение. Нам надо выкопать. Выкопать. Тихо. Ой, сейчас бабла, наверное, сколько потратим, да, ребята? Спокойненько. Что-то мы, походу, яму большую выкопали. Давай. Ай, давай, молодец. Слишком много почвы. Так, это мы, в принципе, сейчас такую, знаете... Я не знаю, мы можем, в принципе, сюда воду залить, что ли. Сделать котлован, правда, не знаю, для чего я это делаю. Не, так не получится. Нам надо что-то... Нам надо выровнять эту почву. Ладно, давайте посмотрим здесь. Вот смещение. Ну, давайте вот так вот, наверное, сделаем. Знаете, плавненько. Раз, и на матрас. Тек. Тек. О. Так, хорошо. Ну, чуть-чуть получается, да? Здесь у нас слишком резко получается это дело. Я все-таки научусь, не переживайте. Я скоро... Скоро вы у меня будете, ептать, учиться. Так, подождите, сейчас вот так. Опа. Не дает. Ну-ка. Сейчас тогда вот так вот сделаем. Римасенок разбирается, как правильно выравнивать дороги. Полмы. Ну-ка. Ну что, ровненько, да, получилось? Смотрите, здесь вот... Как пацан ровный, ептать. Так, здесь у нас, в принципе, нормально. Ага, вот здесь вот нам надо еще сделать. Не-не-не-не, кредит не хочу брать.
Короче, чё париться, а? Давайте мост прям над этим, над эту хренью сделаем, и все, будь чики-пуки. Просто видите, у нас здесь такие пробки большие происходят. Это, короче, неровное место, с меня просто убивают. В следующий раз я просто в Сахаре возьму землю и там буду строить. А чё, нормально, да, будет, если в Сахаре? А, кстати, мы можем отсюда пройти на дорогу. А ну-ка, давай-ка, мы тебя построим, дружище. О, да здесь должно получиться. Давайте вот такой мост бабахнем, ёпты. Нормально будет, да? А чё, у нас бабла хватает, да? Красивый мост будет, смотрите, ребят. Нормально мост получится, да, смотрите. Так, где тут у нас этот? Железная дорога. Ага, вон там она находится, да? Тик. Тик. Не получится. Вот так вот, если только пройти. Либо мы можем вдоль дороги отсюда протянуть мост. Римас, у меня глаза болят. Ты что делаешь со мной, Римас? У меня и так настроение плохое. Скоро 1 сентября. Я просто хочу лесопилку здесь расширить и... Блин! Ну, вторую железнодорожную станцию прям неохота строить, если честно. Ну, придется, мне кажется. А что я делаю? Реально. Нам можно... Мы можем просто тупо построить вторую железнодорожную станцию, да? Давайте все-таки... Хрен с этим мостом, короче. Вот так вот сделаем. Все. Ребята, строим, короче, вторую... Сейчас, походу, мы еще будем полсерии строить ее, потому что у нас... Ну, реально неровная местность. Ну, прям неровно. Ёптать. Не то. Не то. Прошу прощения. Нам надо... надо такое место сделать. Прям чики-поки. Во-во-во, вот здесь вот сделаем. Да? Так, это что у нас такое? Это что у нас такое? Тихо. Так, прям птички прям поют. Классно, да, вот так закопали, да? Нормально. Что, вали отсюда, а? Так, подождите, сейчас сделаем все. Не-не-не-не. У нас почвы хватает, бабла хватает, просто очень много всего. Поэтому... Сейчас добавим вот эту вот почву сюда. Вот здесь вот прям построим железнодорожную станцию. Вы сейчас увидите, как батька Римас шарит, картошку жарит. Ну что, в принципе, ну вот так вот, если вот это вот уменьшу, да? О, 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 профессионально. Просто профессионально. Нет, не профессионально. У нас неровно получается, да? Слишком крутой склон. Хорошо, этот склон тогда сделаем ровнее. Сейчас, походу, бабла сколько потрачу. А что ты тут делаешь, а? Ну-ка, давай уйди отсюда. Так, наклонный. О, вот это вот мы можем выровнять, смотрите. Вот это да. Вот это да. Вот так вот надо было, Римасенок, тебе надо было давно делать. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и все. Во. А ты боялась, даже юбка не помялась. Все, ребята, мы выровняли это дело. Смотрите, мы здесь тоже можем выровнять. И здесь мы можем выровнять, да? Вот так вот, хоп-хоп-хоп. Раз, и на матрас. Просто прекрасно. Просто-просто превосходно. Ну, сейчас точно наша железнодорожная станция должна воткнуться. Слушай, эта игра меня троллит. А как быть? Ну-ка, продлим дорогу. Сейчас мы решим, ребят. Сейчас будет все, чики-пуки. Так, ага, здесь у нас мост получился. Так, ладно. Ладно.
Сейчас мы здесь ровно месяц вот так вот площадку выровняем. Давайте, как прекрасно. Вы посмотрите, господа. Просто профессиональный Римас. Да, господа, все, мы на одном уровне все это дело сейчас выравниваем. И все. И чики-поки. Прям чики-поки. Обожаю этот инструмент. Все, этот инструмент будет моей правой рукой. Моим главным советником. А то есть одни хитерочки остались главным моим советником. Все, и уже все спокойно берем. Раз. И на матрас. Так. А вот здесь вот ставим. Айте, как прекрасно. Просто шикардосно. Так, нам бы еще, знаете что, тоннель сделать. И этот тоннель уйдет вниз. И прямо вот сюда вот как-то еще один такой тоннель сделать, да? И я не знаю. Я не знаю, как это получится. А, ну, я думаю, будет просто шикардосно. Сейчас у нас, возможно, еще одна проблема будет. Проблема в том, дорогие друзья. Да, вот, возможно, вот здесь вот сейчас у нас будет, типа, слишком крутой склон. Слишком крутая задница. И придется немного подшабанить это дело. Вот такой вот, типа, вот так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот так вот выровним. Во-во-во, ребят, смотрите. Такой бугорчик хороший сделали, да, под этот... Под железную дорогу. Не, подождите, давайте вот отсюда, а? Так, почвы не хватает. Нам надо почву забрать. А где почва моя? А что я почву не могу взять-то? И! Ладно, хрен с ним. Сейчас должна... Рельс... Должны, вернее, рельсы пройти. Он не хочет, походу. Не, я тоннель не хочу сделать. Хотя мы можем... А, что мы паримся-то, а? Господа, давайте мост построим. И все будет чики-поки. Смотрите, как теперь сейчас классно пойдет все. Можем даже выше сделать вот такой. Опа! Оп, оп. Америка, Европа. Слушай, ну это будет, конечно, слишком дорого. Но зато не сердито. Обалдеть просто, да? Римасенок, римасенок. А теперь как мы можем опустить это дело? Никак не сможешь, потому что слишком крутой склон, говорит, да? Печаль, беда. Нам надо его как-то... Я не знаю, что ли сюда. О, вот так вот, смотрите, получается, получается, ребят, получается. Получился просто. Получился и научился. И расписался. Так. Здесь у нас тоже получается слишком крутой склон. Вот так вот, чтобы с двух сторон могли заезжать, да? Смотрите, господа. Это просто великолепно. Моя железная дорога. Вы представьте, сколько я бабла вложил в этот проект, да? Это все ради рабочей силы. Ради своих подписчиков, которые работают на Римасенка. Римас, ты что, своих подписчиков не уважаешь? Ты их как рабов эксплуатируешь. Так... Сейчас мы вот это вот расширим сейчас. Здесь у нас будет все, все лес, ребята. Так, нам надо вот это вот тогда выровнять. Тихо. Не то. Отсюда начинаем. Вот это вот дело все забираем, ребята. У нас будет производство леса. Везде будет производство леса, господа. Так. Ладно, что, давайте вот так вот сделаем. Сейчас, походу, эти лесопилки должны улучшаться, по идее, ребята. Я пока... Я слышу, где-то что-то улучшается, но это точно не здесь. Кстати, нам надо японский сад, либо что-то такое, да, построить?
А вот так вот сделаем. О, нормально. Ну что, можно, в принципе, еще попытаться мост построить, что ли. Хотя, в принципе, здесь дорога нормально получается. Да. Жестяк просто. Здесь у нас рабочих не хватает, нам надо еще построить. Давайте здесь построим поселок, только небольшой, а, ребят? Как вам такая идея? Вот прям на этом берегу, господа. Вот как-то, вы знаете, красивенько сделать. Прям на берегу. Ёпта. Что, будет классно, если мы это дело реализуем. А, начнем сначала с набережной. Сначала набережную построим. Так, где это тут у нас набережная? А, это у нас дамба. Вот она, набережная, да? Прям прямая набережная почему-то у нас не получается. Сейчас я вам покажу вблизи, как она будет выглядеть, господа. Угу. Так. Прекрасно. Оп! Раз и на матрас. Все прекрасно, ребят. Посмотрите, какая набережная, да? Правда, она у нас без забора. Я не знаю, почему ее так нарисовали, сделали. Ну, любой может просто-напросто свалиться отсюда. Но так или иначе, намного красивее стало и приятнее на это дело смотреть, да, когда у вас... Так, дамба нам не нужна. Я надеюсь, наш город не затопится больше никогда. Так, нам надо вот это вот дело как-то отработать, чтобы, знаете... Тин-тин-тин. Так. Подровняем. Здесь уравняем, подровняем, подровняем, уравняем. Так, теперь у нас должна набережная заработать. Нет, почему-то не хочет он. Ладно, давайте тогда отсюда начнем. Да не соединяйся ты, ёпта. Вон такой прям. А как вот этот вот кусок удалить-то, а? И дрить его налево. Удаляем, короче. Топи. Топи его. Вот так вот. То есть хороший дождик пошел, да? Так. Римас, я лучше строю. Лучше. Давайте этот кусок все-таки удалим. Да не присасывайся ты к нему. Вот как-то вот здесь вот нам надо вот это вот дело убрать. Я хочу их соединить, вы меня понимаете, да, господа? Так, короче, вот так вот сюда вот так, хоп-хоп. Ну, сейчас должно соединиться, по идее. Ай-яй-яй-яй-яй, она меня просто убивает. Ай-яй-яй-яй-яй, убили негра. Так, ладно. Ну чё, ладно, давай тогда вот так вот сделаем. Ну сейчас точно должно сработать, точно. Да уйди ты. Так, слишком крутой склон. Требуется береговая линия. Давайте воссоздадим ей береговую линию. Слушайте, я все-таки добьюсь. Я упрямый чувак по жизни. Вот, в принципе, береговая линия, пожалуйста. Береговая линия. Теперь есть. Требуется береговая линия. Как теперь тебе... Ладно, нам надо что-то... А я придумал. Я, знаешь, как обычно делаю, ребята, в детстве тоже, если что-то... Если я что-то накосячу, нет бы убрать, либо сделать, да, либо отремонтировать, я просто ее маскирую. Типа под брелдогом, ребята. Зачем деревья рубить ради этой набережной? Мы не будем деревья рубить. Вот так вот, короче, маскирую. Я помню, что-то я там сломал в детстве. Вазу, что ли, или что-то такое, короче. И это, газеты нашел, газеты накрыл, типа, все, тики-поки. Батя такой идет посеком по дому, блядь, на эту газету наступает. Ну, видишь, газета, хрен с ней. Ну, идет, чтобы не перешагнуть лень, короче. А там, короче, этот...
ваза разбита. У него там на ногах вообще. Ой, в этом такой просто таких людей. Он говорит, я не понял. Вот, говорит, сын, говорит, как так? Говорит, нет бы убрать, да, там. Ладно, убрать и спрятать, да? Нет, он накрыл. Мне тогда сколько там? 3-4 годика было, я не помню. Или 5 лет. А этот угорал прям. Во, ребята. Во, нормально, да? Нормально. Вот так вот. Посадили, короче, мы этот. Все, ребят, мы решили эту проблему. Теперь. А, здесь у нас, кстати, еще. Только сейчас он, походу, мне скажет. А здесь вот тебя тоже нельзя сделать. Сейчас, подождите, давайте, может быть, все-таки набережу здесь еще. Не, нормально делает. Оп. Раз и на матрас. Так. Ладно, раз уж такая пьянка. Здесь, кстати, тоже деревья. Ну, ладно, хрен с этими деревьями. Вот так вот, смотрите. Прям как это ванна какая-то, да? Набережка у нас сработала. Так. Теперь. Мы с вами, господа, можно, в принципе, еще кое-что сделать. Нам надо жилой комплекс, правильно? Правильно. Здесь у нас рабочих не хватает. Правильно? Правильно. Каких? Без образования. Блин, необразованный рабочий, вообще-то, у меня для них были другие планы. Вот просто без образования. Можно, в принципе, построить им... Ух ты, ёптать. Вы чё умираете? Может, у меня медицина плохая? Средний уровень здоровья. Активно, неактивно. Вы чё, ребятки? Ой, вроде бы хватает. Больниц тоже. Может быть, вам политику сделать? Может быть, вы там много курите? А? Так. Ну-ка, курево давайте запретим. Где там курево-то? Запрет грузового транспорта, запрет высоких зданий, запрет. Блин. А где эта хрень-то, ёпта? Запрет домашних животных. Это не надо. Переработка отходов. Это мы не будем. Это нам не нужно. Где-то у нас тут было что-то про куриво. Или мне так... Или мне показалось? Школы достаточно. Ладно, давайте бесплатный общественный транспорт. Так уж и быть. А что у нас тут много умирают, да? Может, надо кладбище сделать? А, понял. Хорошо. Понял. Просто-напросто у нас не хватает этого дела. Ну-ка, давайте иди сюда. Одни крематории. Пошаль. Здесь как раз уничтожили. Пошаль. Ну-ка. Умерших. Доступно мест 525, да? Умерших 642. Жестяк просто. Это просто полная жесть. Здесь крематорий. И здесь крематорий. Ну что, нам надо еще кладбище сделать. У нас же люди, например, я против крематории. Ну, я хотел бы, чтобы меня похоронили, а не сожгли. Правильно? Правильно, поэтому вот так вот. Так, сейчас, подождите. А, я хотел бы, чтобы меня... Да, правильно, да, я сказал. Так, подождите. Нам надо еще, как он, вот здесь вот где-то кладбище поставить. Прямо вот рядом, правда, просто прекрасно. Хорошо, хорош, ремасенок. Ремасенок. Что тут у нас? Ну что, сейчас, по идее, должно пройти время, и мы с вами это дело все сделаем, да? Ну что, давайте, ребята, я понял, в чем дело, я понял. Можно, мы можем, в принципе... Короче говоря, у меня такие планы. Я здесь сначала построю дальше город. Вот здесь вот в эту сторону пойдет. А потом мы здесь такой эпик, Вася, просто чики-поки город построим. Вы все будете в шоке, увидев этот город, господа. И смотрите, какая ровная местность. Это просто невероятно. Вот это вот. Тихо. Тихо. Вот так вот. Вот так вот. Выравниваем. И это просто невероятно, да? Вот такая горка. Прыщ, ёптать, появился. Ладно, давайте удалим его. Во! Раз, не на матрас. Смотрите, какая ровная местность. Просто... Бери и строй. Правда, эти деревья нам будет жалко, да? Ну что, давайте тогда выровняем и это место тоже. Дорогие мои друзья. Так. Нам надо... Нам нужна почва, да? Тихо. У нас что тут, с водой проблемы, что ли? Да ладно тебе. Я же забыл про вас, ребятишки мои из сберкнижки. Сейчас мы с вами все это дело исправим.
Все, справили. Чпуль, вода появилась. И все такие довольные и хорошие. Так. А что у нас потребность таких вот? Слушайте, ладно, хорошо. Нам, короче, ребята, надо, знаете что? Нам надо почву собрать. Собрать почву сначала, да? Где мы ее будем собирать? Да, где-нибудь на верхушках, что ли, вот с этих гор просто. Вот хоп. Подождите. А, здесь нельзя, вот здесь вот можно. Подождите, здесь у нас нельзя ничего трогать. Собираем почву. Почву собираем. А чё мы паримся? Мы можем, в принципе, с моря собрать почву. Чтобы потом цунами не было, ребята, в будущем, да? Смотрите, здесь какие берега красивые просто. А, подождите, здесь почему-то дорого. Здесь намного дешевле. Сколько у нас там? 28455? Все-таки я выровняю это все. Дело. Так, господа. Видите, как она работает, а? Вы чувствуете профессионализм Римаса? Вы это чувствуете, да? Я тоже это чувствую. Я чувствую, что у меня бабки закончились. Ну что, ладно, будем тогда выравнивать потихонечку. И мне надо просто поставить игру, чтобы она игралась. А я пойду там чай, кофе попью, короче. Приду такой раз, и на матрас у тебя лям просто. Лям, ребята, в кармане. Есть проблема, кстати. Кстати, как вам башня Трампа? Просто классно, да? Правда, она какая-то черная. Ну, классно. Кстати, есть еще много разных зданий, высоток в игре. Я имею в виду в модификациях. Очень много модов, очень много разных строений, структур. Мы скоро будем это все дело смотреть, проверять и прочее. Ну что ж, дорогие друзья, это была очередная серия City Skylines. С вами был Римас. Мы в следующей серии будем просто важные проекты делать. Первый проект это у нас будет вот здесь вот жилой комплекс большой между этими зданиями. Вот это вот дело я потом перетащу, перенесу. И, кстати, как его, наверное, ну вот сейчас он у нас очищается, да? Просто я его сейчас не могу удалить до тех пор, пока он не очистится, понимаете? Вот она, Чоп Михайлович. Поэтому нам надо как-то его удалить. Я имею в виду кладбище, потому что у нас стоит мод автоочищение. То есть он автоматически у нас очищается. Вот такие дела. Вот такие дела. Кстати, смотрите, как работает, а? Просто прекрасно. Видите, поехал, разгрузил, загрузил и поехал дальше. Ладно, господа, до скорых встреч.